Смоленщина наравне с другими регионами пользуется вниманием у иностранных граждан. Но пребывание и работа на территории Российской Федерации требует соблюдения ряда законов. И далеко не все эти законы соблюдают. Не допустить нарушения законодательства был призван совместный рейд сотрудников силовых и миграционных структур. Вы здесь на работе проживаете? Я живу вообще в Вязьме. Да, где? В течение 20 лет в деревне Пыжовка. Описан все как положено. Все хорошо. Были обнаружены два человека, у которых закончился срок пребывания на территории страны. Судом принято решение об их депортации. Кроме этого, в одном из кафе города Вязьма работал иностранный гражданин, не имеющий разрешения на работу. Протокол составлен как на нарушителя, так и на кафе. Деятельность организации приостановлена на 30 суток. Также установлен факт поддельной регистрации. По указанному адресу места жительства в деревне Вяземского района был обнаружен разрушенный дом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вилета Ефименко, Светлана Разганова, Дисна ТВ.